конечно, результат плохой, но при этом не были полностью переиграны. Внимание! Януш гол! Гол! Забивает Януш во втором матче подряд! Фантастика! Такая редкая во втором тайме атака приводит к сенсационному взятию ворот. Они разыграли аут. Им достаточно всего лишь аута. Дарко Бодул входит в игру. Его первое касание в этой игре становится результативным пасом на Януша Гола. Удивительно. Милькович на Бодула. Тот, никем не встречаемый, забросил мяч за спины защитников. И Навас не успевает за голом. А тот бьет...